Санитарные нормы в домашних условиях тоже существуют. В этом могли убедиться жители Мордовии, кто в новогодние выходные дни не успевал съедать все приготовленные салаты и доедал их не только на второй, но и на третий и четвертый дни. А потом стало не до праздников. Республиканский Роспотребнадзор опубликовал данные за 7 дней Нового года. Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями значительно вырос. С соответствующими симптомами в больницу обратилось почти 120 человек. И это на 12,5% больше, чем в предновогоднюю неделю. Так что салаты впрок не наготовишься. Да и переедание приводит к желудочным расстройствам, еще раз напоминают доктора.